Прием-прием, друзья! На связи Шэдимэн, Леди Леска и Любковик. Привет, друзья! Добро пожаловать в новый видеоролик, а именно в противостояние трубы профессионала против трубы нуба. Мы сегодня будем пролезать вот в эти вот трубы, мы вообще даже не подозреваем, что там может находиться, и попытаемся их пройти, если, конечно, это возможно. Но ты прямо сейчас можешь заметить, на своих экранах у тебя появилось три непонятных подарочка. Твоя цель — в комментариях написать цифру 1, 2 или 3, то есть выбрать, какой подарок ты хочешь открыть. А немножечко попозже, в какой-то промежуток времени, в этом видеоролике появится уже открытые подарочки, и ты узнаешь, что тебе попало из твоей коробки. Вот, так что не ленись, опять же, пиши цифру в комментариях, и после этого ставь лайк под этим видосиком. И напоминаем, как всегда, про наши мерчи. Вся информация находится в описании под роликом, и подписывайся на наши телеграм-каналы. Кстати, туда мы решили даже выкладывать ваши арты, так что я думаю, что это будет очень-очень круто. Ну что же, а мы готовы начинать. Итак, ребят, слушайте, с кого бы мы сегодня... И да, первым делом, конечно, не забываем про компасики. Вот, и с чего бы, с кого бы вы хотели сегодня начать? Давайте с нуба. С нуба? Так, а Нубика, ты что думаешь, тоже с нуба? Ну, да, тогда нам ничего не остается, потому что все за нуба проголосовали, большинство. Давайте. Так, ну что, давайте подойдем к нубесу тогда. Он что-то говорит? Я думаю, что я начинаю, да. Можно? Давай, Нубик. О! Привет, нубеки. Ну что, готовы к испытаниям? Самое время проверить, насколько вы скилловые. И по вашему виду, что-то мне кажется, что не очень. И ладно, шучу, заходите. И не забывайте про спампоинты и все такое. Да, это какие-то нубеческие шутки непонятные тут подоспели к нам. Ну что, погнали, короче, залезаем в трубу. Ой, Нубик, аккуратнее, головой ударишься об эту трубу, видите, уже плохо стало. Давайте, давайте, я ползу. Давай, 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 полезли. Нет, Нубек, резко Нубек полетела куда-то, Нубик. Ай-яй-яй. И мы с вами оказываемся вот такой вот... Ой, Леска, ты что там лежишь? Откройте дверь. Да, просто откройте дверь. Ох. Так, ну давайте попробуем открыть ее, что ли. Так, что и... Откройте дверь. Что-то не открывается. Что, уже скам какой-то произошел? Или мы реально не скилловые? Вот штучка какая-то, смотрите, так, слаймик. Так, стоп, что Нубик тут было? О, Нубик, нифига себе, ты так быстро все находишь, Леска. Ты... Ну, ё-моё, тут еще камень. Я даже заметить, прикинь, Леска не успела. Что ты, Нубик, нашла еще раз? Камень, Леска. Камень, а, ничего вот тут, себе. Что ли? Смотри, Шэди, вот здесь похоже в этой рамке. Реально? Просто, я не знаю. Еще там, что ли? О, Леска, а что? Я только кнопочку, прикинь, успел найти вот здесь вот. А я вообще ничего не успеваю. Да, Нубик, это что-то невероятное. В своей стихии, Нубик. Так, и что мы можем... Погодите, стоп, как... Стоп, стоп, ребят, у нас есть кнопка. Я понимаю, что, по сути, кнопка может открыть дверь, но... Да, по-любому же вот эти предметы, они тоже не просто так. Подождите, но они же должны не для двери быть, они должны быть для того, чтобы... Они для чего-то другого, да, вот именно. А, Нубик. Может быть, мы что-то, ребят, еще найти должны на дереве. Подожди, а почему мы должны взлететь, я чуть не понял. Ну вдруг там что-то есть, мы же не можем подняться. Нет, я говорю, почему мы должны взлететь? Ну, в плане, с чего вы взяли? Для чего? Ну, я-то, ну, больше не для чего, я думаю. А, погоди, все, короче, можно построить, Леска, специальную штуку, которая позволит нам прыгать высоко. Ну что, давай сделаем это? Да. Так, давайте, давайте. Нубик просто джиниус какой-то. Ставь, получается... Да. Так, его сюда, слайм. А, нет, стоп, он так работать не будет. Надо один блок вправо подвинуть. Так, вот сюда. Ой, не туда. Так, липк стороной кверху. Короче, вот сюда слайм, и сбоку ставь теперь камень. И кнопка. Все, теперь можно подниматься. Ух ты. Давай, Нубик, пока. Так, Леска, погнали с нами. Я вас жду пока что. Давай, давай, давай. И Сони, ё-моё, поднимать так. А я думала, он упадёт. И получается, там на деревьях нужно что-то отыскать, скорее всего, да? Насколько я понимаю. Да, я думаю, да. Ой, нет, я упал. Так, сейчас я поднимаюсь. Все нормально, сейчас все будет без паники. О, ребятушки. Не надо лишних слов, не надо. Подожди, давай Шэди подождем, давай Шэди подождем. Ну, Нубик, ты, конечно, просто летишь так, что хочется вернуться и сначала прям начать. Да нет, чтобы растянуть удовольствие. Ладно, берите, вот рычаг. Берите. Рычаг. Опа. Слушайте, ну это, кстати, это реально прикольно. Это прикольно, то, что надо было комбинацию целую сделать. Тихо, ребят. Вы слышали что-то? Что? Тихо, тихо, прислушайте, прислушайте, тихо. Ну-ка. Это что? Ну-ка, ну-ка, смотри. Это моя. Ладно, пойдемте, немного отвлеклись. Так, тут у нас следующая дверь. Да, это мой трек. Ух ты. Так, а здесь у нас получается... Опа. Там, похоже, не пройти. Можно перебраться на ту сторону? Так, надо включить мигалочку. А как?
что я... Погодите, тут сколько блоков? Тут, по-моему, у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 блоков, насколько я знаю, в Майнкрафте физически без льда припрыгнуть нельзя. То есть 4 блока прям получится, но 5-й, он прям впритык, нужна напрыжка вот такая вот. Подожди, ну 6 и 5 же не получится перепрыгнуть. Погодите. Но, стоп, там сундук вообще-то, во-первых, находится. Во-вторых, там находится рычаг, нам не надо будет, получается. А что интересно в том сундуке тогда, если рычаг уже есть? Подожди, мы можем дотянуть. Слушайте, погодите, а что если кто-то сейчас спустится вниз, кто-то будет прыгать, и нам в полете этого человека надо будет ударить? А давайте меня. Тебя? Давай, Лес, короче, мы встаем, Нубик, ты перепрыгивай, и мы тебя в воздухе толкаем туда. Шредди, как ты такого додумался? А ловко ты это придумал? Ой, так, тайминг не поймали. Слушай, погоди, Нубик, а давай я попробую набрать тебя в спину толкнуть, когда ты прыгаешь. Давай. Раз, два, три, погнали. Слушай, а ловко ты это придумал? Я даже сам в начале не понял. Эх, почти получилось. Так, Леска, а ты снизу толкай. Вверх толкай, ты меня вверх толкай. Давай. О, получилось! Нифига себе, вот это вообще просто легендарица какая-то. Погодите, ребят, мне кажется, в честь этого надо... Ладно, все, немного отвлеклись. Нубик, открывай сундук. Нубик на секунду представил, что она выйдет сейчас находится. Ну вот и отлично, получается ровно 5 блоков для того, чтобы перебраться здесь, и ровно 5 блоков поставить. Возьмите. Вот это же... Слушайте, это было реально эпик. Это было легендарно. Это командная работа, друзья. Что за план? Что за самое тема? Главное... Что за тяга? Знаете это что? Правда. Самое главное, что нужны для этого трое человек, и вот мы здесь и были вместе. Да. Кстати, да, мы вообще трое. Смыкнули? Смыкнули? Да, это было очень круто. Вот, так, что это такое? Ну, я думаю, и так понятно. Так, а что понятно? Это как мы туда дотянемся? А вот теперь, ребят, действительно понятно стало. Мы должны рычаг оттуда как-то этот самый вытащить. Я думаю, да, но нужно стрелять в эти диспенсеры, оттуда что-то выпадет. Так. Не выпало. Кстати, прикольно то, что стрелы остаются, и мы с вами видим, куда мы стреляли. Да, это, кстати, вообще, мы тут не знаю, сколько времени. Да, подумаем то, что мы промазали просто. Нет, вдруг не, ну, туда... подождите, а нет, мы видим... Нет, вдруг стрельнул, и подумал, что нажат он правильно стрельнул, и просто оттуда ничего не выпало. Не знаю. Ну, это сложно. Нет, я имею в виду, вдруг он стрельнул, попал в кнопку и подумал, что оттуда ничего не выпало, не потому что неправильно, а потому что... Ой. Что-то тяжело, потому что кто-то попал, потому что там подумал, что неправильно, другой подумал, потому что попал, да на нет, самом деле он не попал. А вдруг кто-то в кнопку когда? Ну, в общем, не попадет на самом деле и подумает, что он попал, просто оттуда ничего не выпало, оттуда на самом деле нету рычага. Вот, а другой подумал, что попал, но при этом промазал, текстурка наложилась на другую и подумал, что он не попал и попал. Ну что, как еще по-другому вам предлагать? Слушайте, ребят, так, ну посмотрите в инвентаре, я не знаю, может быть вам попало что-то кому-нибудь. А, мне попало! Вау! Как то? Так быстро, Леска, это как вообще? Так, серьезно? Быстро. Так вот почему Нубик говорит то, что я попала, но при этом она типа попала, оттуда вылетела, не заметила, и подумала то, что не попала, подумала то, что там пустое, да потом нет, не попала, потом попала, потом палец о палец, и короче палец прилетел и так далее. Открываем. Нечто какое-то. Да. Тяжело. Нубик сегодня что-то резко ультует, на второй круг, видимо, хочет зайти. Я иногда плохо играю, потому что я накапливаю ульту, а потом... Так, вам туда. Нет! Вы так, что, а вот здесь вот, ребят, я думаю, что надо будет ставить компасик, вот. А я про компасики забыл уже. Чикпук у нас сверху, если что, находится. Так, ну, ну что, погнали. Ребятушки, пришел я мой конец. Я пойду легким путем. Давайте. Я пойду направо, Нубик идет налево, а Леска стоит посередине. Так нельзя, конечно нельзя, Нубик, ты что думал, то, что ты эти, что ли? Тут, кстати, действительно, невидимые блоки находятся, и паркурить не получится. Ну, как и я пойти? Я не... Нет, я просто вот по лестничке иду. Оу, лисонец! Просто там, я не знаю, скользит по этой... Неплохо. Нормально. Что это за звук, да? Леска, давай, ты сможешь, это, я это тебя верю. Напряжение выходит. Ты сможешь. Опа! Да ладно, Леска смогла с первого раза. Ничего себе. Это друзья! Как, она не сможет. Нажимаем. Погнали. Ух ты ж, ой, я уже дома. И мы с вами прошли, получается, Нубека. Так, слушайте, я, наверное, выложу вот эти вот предметы, которые мы оттуда с вами нашли. Да, я тоже, кстати, возможно, уберу. Вот, и я тут поставлю пока что. Мы теперь готовы проходить... Ну что, я думаю, сейчас будет какая-то жесть, трубу, ребята. Профессионала. Иван, наверное, тоже что-то говорит. Погнали. Так, ну давай я прочитаю. Так, привет, ну что же, с испытанием этого нубаса вы справились. Готовы к испытаниям настоящего про? Забудьте все, через что вы прошли до этого, прежде чем еще... Ой, прежде еще никому не удавалось пройти до конца. Кто знает, может быть, вы будете первыми и... Ра-па-па, ра-па-па, ра-па-па.
Прикольно. Так, ну что, погнали? Может быть, мы действительно будем первыми? Так. Я случайно начала петь! Давай, заходим. Погнали. Я, как всегда, третья за вами. Так, ну Бэк отлетает. Будет ли сейчас... Бубик, ну давай, чё стоишь-то? Давайте! Встала, стоимся тут. Ё-моё, тут воздуха нет, ребят, надо шевелиться. Надо так, плыть надо. Чё делать? Плыть надо, плыть. Погнали. Ух ты, как прикольно. Так, да, прикольно. Кстати, тут сундуки стоят, ребят, тут сундуки. Так, тут листик, тут листик. Давайте, кто первый, обыскивайте. Так, дальше, дальше. Бубик, а я вот так плыву. Кабинки искать. О, вот сундук. Ой, ё-моё. Это хорошо, что взяли. Забрали? Так, тут пароль, ребят, пока кислород не закончился, нам надо это как-то подобрать. Какие цифры? Ну что у тебя? У меня 17. У меня 17, 17. 36. Давай 17-36. О, заходим. Давай, давай, давай. Зашли. Леска, давай. 17-36. Заходите, я буду открывать, вы заходите. О, зашли. Капец. Как мы вдвоем влетели. Если бы там еще застряли, задохнулись, это был бы, конечно, невероятность какой-то. О, и это мое любимое испытание, по-моему. Я обожаю это испытание, где нельзя так, нажимать на эти плиты, и вас будет ТП-шить назад все время. Ой, ребята, это же надолго. Так, погнали. Это всех ТП-шишь, да? Так, ну если рядом с человеком нажать, то да, вас ТП-шнит всех. Ой, я все, ребят. Шеди, ну как? О, тяжело. Нубик, давай разойдемся в разные стороны, а то нас ждет. Да, вам нужно подальше друг от друга встать. А я что ли? Каждый раз одно и то же. Я вот так по диагонали прыгал, да. О, Нубек на месте. Так, Нубик, давай, наверное, компас сразу здесь поставим, чтобы нас ТП-шнуло. Так, ну теперь Леска. Давайте, наверное, немного музыкального сопровождения, чтобы Леске было повеселее. Нубик, смотри, сейчас нам будет прям под музыку, короче. Давай. Да что такое? Невозможно. О. Так, Лес, давай, один блок. Второй блок есть. Два подряд. Три давай. Почти было бы три подряд. Леска, по диагонали прыгай, по диагонали. Диагонали, диагонали. Ра-па-па, давай. Ра-па-па, ра-па-па, ра-па-па. Лесауни, лесауни. Ну что ж такое? Давай, Леска, поддержка. Ра-па-па, ра-па-па. Ра-па-па, 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 ра-па-па. Невозможно. Ра-па-па, ра-па-па. Давай уже. Да, тяжело. Пока что Леска вот... пытается пройти это испытание, нажимает на нажимные плиты. Леска, хотя на них не надо нажимать. О, давай, давай. Вот, Леска, центруйся. Все, вот так, давай, плавненько, плавненько. Все, Нубик, давай, давай, не мешаем. Да ё-моё, ну как ты заделал-то? Что ж такое-то? Не торопись, не торопись. Нубик, я что тороплюсь, что не тороплюсь, исход один у меня. Да. Молчание, знак концентрации. Молчание, знак нажатой плиты. Молчание, знак рапапам. Так, ладно, короче, Нубик, я предлагаю Лисоунину переместить, может быть, сюда, потому что она... Заберите меня на ту сторону. Она иначе навсегда, по-моему, там уже застрянет, друзья. Так что мы ее перемещаем. Так, ну и тут пароль. Пароль, год выпуска Майнкрафта. А можно я? Ну давай сначала назовем. Да, подумаем, какие варианты могут быть. Мне кажется, 2014. Ну давайте попробуем. Получилось? Так, Леска, теперь. Нет. Сейчас, секунду. Какой биваешь? 2002. Второй! Может быть, 2011? Ну, попробуйте. Нет. Я пока я-то ответ точно знаю. 2013. Нет, 2012 тоже не подходит. Да вы сейчас просто перебирать будете уже. Подождите, 2010, наверное. И о, какой в итоге? 2009, да? 2009. Да, 2009 год, правильно. Пойдёмте. Так, и тут у нас... Хорошо, если хотя бы один пройдет. Ничего себе. Так, ставлю компасик. Нет, только не. Это мой нелюбимый опять. Оу! Раз, два, три. Лисоуни! Я уж подумал, что она все. Так. Нубик, давай, бежим! Нет, меня столкнули! Капец, они отталкивают жестко, конечно. Так, мы тут появляемся. Нубик, как где? Все в порядке. Да что такое, фэш, меня в этот в туннель затолкнули. Так, только там надо будет перед тоннелем пробежаться, ребята, чтобы у нас с вами все было видно, понимаете?
О, я да. прошел, кстати. Так, я ставлю пока вот сюда вот компасик. Так, да ты чё, и совсем, сделаем что ли, вот такой мувмент. Так, вот такой мувмент, да, Нубик, давай. Может, будем в тоннеле прям активировать все. Так, что у вас там, где вы? А чего не получилось? Так, я не давай знаю. Давай беги, когда он меня отшвырнет. Попробую Нубека. Что такое? Так, я на месте, я пока что за вами буду наблюдать. Так, или Соуни. Нубик, ты где? Нубик, нужен тимплей, вдвоем бегите. Давай, беги, пока меня он отшвыривает. Воу-воу, давай. О, все. Слушайте, как я прибежал, я чуть не понял, я даже один тем более был там. Не знаю. Мы не любим об этом испытании. О, так, Нубик один пройден. Куда компасы ставишь, не понял. Это не компас, это не... Я просто в руке была. Опа, леска проходит, остался третий их охранник, и леска улетает. Что ж такое-то? Обидно. Я сейчас в пролом буду бежать. Я думаю, то, что сама припаркована муля была бы сейчас в полном шоке. Привет, привет! О, в смысле, погоди, ты добежала? Он меня толкнул вот оттуда, и я долетела. А почему ты горишь тогда? Потому что я до этого упала, я побежала заново сразу. Тихо, меня там немного. Вот где сейчас Нубик, меня толкнуло. О, нормально, все трое прошли. Ребята. Отлично. Так, ну и следующий, ребят, пароль. ID камня в Майнкрафте. Нубик, какой у камня айдишник? Так. Это разряд тысячных или сотых? Что? Слушай, ну он по... Там три циферки, по-моему, да? А три, да. Нет, слушай. Я не знаю, я... Один? Что? Один, да. ID камня это один. Я просто хотела пить 100. Так, и тут у нас красивейшие изумрудные блоки такие. Так, ставлю компасик, и тут надо будет через окошечко пропрыгивать. Увидишь, да? Ребятушки, я туда улетела. Куда? Ну, как бы туда-назад. А, да что ты компасик-то не ставишь? А, тут произошло. Опа! Близко. Так, ребят, я тут прошел. Не получилось. Так, я, наверное, пока вот здесь буду стоять. Ты зачем так делаешь? Ребят, мы тут повиснем с вами сейчас. Вот. А Нубик потому что влезает, когда я прыгаю. Так, ребят, я буду пока стоять здесь, вот так вот. Наблюдать за тем, как Лисоуни с Лобоуни там прыгают. А Нубик, а ты где? Сзади тебя, Леск. Ай, это на 300 миллионов миллиардов. Да как вы не попадаете-то? Что с вами не так? А мы что-то... Как это вообще можно проходить? Я не понимаю, мне просто не будет... Тяжело, тяжело. Я не знаю, как-то спокойно про... Включи, пожалуйста, когда я прям начну проходить и прыгать, ты включи мне эту песню. Нубик, это ты думаешь, это я включаю? В смысле, у меня с собой ни телефон, ничего нет, в смысле. Я, ну, само почему-то тут. Конечно, Нубик, ты вот, видишь, снова что-то включается. Да. Ладно, пойду пока дальше проходить. Ой, Нубик, я тебя не видела. Я не видела тебя. А, я сам сгорел тут. Нубик просто тупо берет и скидывает меня. Стоп, ребят, погодите, тут надо посчитать, смотрите. Раз, два. Два прыжка, помню. На третий? А, нет, на третий лучше не надо. Надо два. Я думаю, что два, да, оптимальное количество. Два. Раз. Нет, раз, два. Вот. Оп. Так, сейчас. Так, нормалек. Вот, постепенно будем проходить. Так, Лисоуни не прыгает. А тут это... аккуратней, чтобы головой о потолок не удариться, ребят. То есть вы когда три раза прыгаете, есть вероятность того, что... Шанс, вернее, того, что вы просто ударитесь и упадете. Так. Давайте, наверное, вот на следующем батуте здесь я сразу поставлю компас, чтобы заново не проходить. Нет, два недостаточно. Шади, сколько раз? Три. Раз, два, три. Это реально жесть, Нубик! Спасибо то, что меня столкнуло. Я случайно, прости. Нет, не прощу. Давай, Нубик. Так, я здесь. Два, три. Нет, я боюсь, я не могу. Ну давай я пройду. Я не влечу туда. Нубик, давай я тебя толкну. Зачем? Я их не успел. Что? Зачем? Ну, чтоб ты залетела. О, в это окно. Так, ребята, всем пока. Получилось, да? Да, у меня получилось. А, получилось, вижу. Так, раз, два, прыжок. Почти, ребята, раз, почти. Прыжок. Здесь компасик. А, три. А можно я компас тут поставить? Да, я думаю, то, что давайте перед каждым следующим окном ставить компас. Вот, потому что там шанс падения все-таки достаточно высокий. Нет, я падаю. Так, здесь поставил. Так, ребят, по-моему, я последнюю стенку прохожу. Ну, как это последняя стена, смотри. Ебой! Так, резко, мы прошли, короче. Я упала. Ой!
Что? Мужик? Леска, у нас тут кто-то четвертый зашел, мужик какой-то. Шади, это просто мужик, я денег дам. А, понятно. Ну, Вик, ну что ж такое-то? Ну, ребят, ну что делать-то? А, три также. Можно три, можно два, там вот тут рядом находится. Раз, тут два. Лисоуни там прошла вот таким. Ну, Бэк, давай, поднажми. Три раза, да? Точно. Я говорю, возможно, получится два, потому что там леска это читерит чуть-чуть. Хотя нет, два, видимо. Ну, Бэк, тайминги надо подгадать. Так, давай, я тебя тут жду. Не, Нубик, тут походу все-таки три, потому что так он далековато находится. Тебе просто надо. О, вот все. И проходим. Ну, все нормально. Спасибо. Так, ну что, нажимаем. Я король Юринга. Нажимаем. И, друзья, мы прошли, получается, две трубы сегодня. Вот. И, по-моему, Леске сегодня реально труба пришла, пока она проходила. Друзья, ну что же, вот такие лютейшие испытания у нас получились. Ну и напоследок. Вот, и на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем видеоролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.